Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Верховный суд оставил в силе приговор Евгению Перминову, который расстрелял в гараже супружескую пару бизнесменов Митеевых. Напомним, приговор вынесли 30 марта этого года. Перминова осудили за двойное убийство и угон автомобиля. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». В судебном заседании было установлено, что Перминов должен был Митеевым 1 миллион 750 тысяч рублей. 7 июня прошлого года он под предлогом возврата долга и вручения подарков заманил потерпевших в свой гараж на улице Луганской и из пистолета ТТ застрелил супружескую пару. Да я уж не помню, что это был за момент. Помню, что пистолет взял и начал стрелять. Верховный суд оставил приговор без изменений, 18 лет в колонии строгого режима. Также осужденному придется выплатить родственникам потерпевших 6 миллионов рублей. Полиция продолжает разыскивать водителя иномарки Kia, который протаранил ограждение, залетел на Макарьевское кладбище, а потом скрылся с места ДТП. Лихач разрушил ограждение, место захоронения на кладбище. Судя по видео, после удара машина какое-то время не двигалась, а когда водитель пришел в себя, он скрылся с места аварии. Однако неудачник был не в курсе, что после столкновения у него отвалился номер. Сейчас горе-водителя разыскивают сотрудники ДПС. Номер Kia Е410 КХ 43 регион. Если вы знаете, кто был за рулем, просьба позвонить по телефону 588-935 или по телефону 102. В деревне Катковой сгорела частная баня. Строение и сэндвич-панели вспыхнуло вечером. Известно, что баня была пристроена к кирпичному дому. В итоге сгорели баня, надворные постройки, крыша дома, обгорели стены, пол, потолок второго этажа по всей площади. Развитию горения способствовало расположение вплотную надворных построек, бани и жилого дома. По предполагаемой версии, причиной пожара послужило неправильное устройство и эксплуатация печи в бане. В Слободе Симоновская вспыхнул частный жилой дом. В огне сгорели веранда, крыша дома, имущество. Обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади. Причина возгорания сейчас устанавливается. Михаил Вагин, место происшествия.